если я говорю, к Рязани ближе. Мы являемся финнами Поволжья. Есть прибалтийские финны, да, это финны, эстонцы и так далее, карелы, а мы финны Поволжья. Вот среди финнов Поволжья осталось на сегодняшний день всего лишь два народа. Это мы, Мари, мы себя Мари называем, да. И Мордва. Мордва. Мордва, да, они живут южнее, Саранск, их столица. Вот. А было намного больше. Меря, Мурома, Мещера. Эти все народы были ассимилированы в результате культурных взаимодействий с восточными славянами. То есть они влились в состав. То есть в каждом жителе России, в каждом русском человеке предполагает, что их называли мнискарис. Потому что существует у готского историка, да, вот, существует описание народа, племен, которые живут вот где-то здесь, на этих территориях, с названием мнискарис. Мы предположили, что так могли называть именно нас. Почему мы назвали? Этноархеология. То есть это археология этнологическими методиками, то есть археология с лицом. И в 10-12 веке нас начинают называть черемисы. Это все внешнее название, я обращаю ваше внимание. Это не мы так себя называем, это нас кто-то так все время называет. Как правило, в каких-либо исторических источниках. А это как раз в письме правителю хазарского каганата. Нас так назвали Цермис. А уже в повести временных лет монах Нестор, летописец, описывает нас как Черемиса. То есть он тоже с юга к нам приходит. Поэтому совершенно не закрытое общество. Прекрасные охотники. И именно пушниной они торговали со всеми. Выглядят, видите, украшения, латунные, медные украшения с добавками. Но вот эти украшения изготавливают сами женщины. Вот представьте себе, это этническая такая черта марийского народа. Сами женщины изготавливают свои украшения. Ведь что такое украшение женщины? Это как паспорт. Да. Украшение можно узнать, какому роду принадлежит та или иная женщина. Вот именно вот это начинает формироваться такое в эпоху Средневековья у всех народов, что украшение становится как паспорт. Вот. Абсолютно во всем мире. Вот. И у нас нашим таким паспортом становится вот такая головная цепочка с бубенчиком. Больше ни одна женщина в мире такого не носит. Металл и в такие вот литейные формы, то есть это по результатам моих раскопок. Я копала Ветлуги, под Ветлугой, город Ветлуга, вот мы полностью реконструкцию этой хозяйственной постройки сделали, производственной. Именно практически научная реконструкция, по моему отчету же. И непосредственно из раскопок вот эти литейные формы красивые, как солнышки и так далее. Вот так выглядели мужчины, конечно, статусные мужчины. Обратите внимание, наборные пояса у мужчин и у женщин, вот они красивые. Это вот реконструкция, полностью реконструкция костюма. А это вот то, что из погребения, наборные уздечки. Причем алтайского типа. Вот представляете, сюда, на нашей территории, она не одна у нас уздечка в Дубовском могильнике была найдена. Они лежат. Вот, это конкретно из погребения 66 Дубовского могильника на берегу Волги. Да, то есть это погребальный костюм такого рода. И уже в этот же период, в 13 веке, к нам сюда приходят восточные славяне. Элементы христианской культуры. И мы это очень хорошо видим, потому что марийский костюм немножко меняться начинает. Появляется христианская символика в костюме. Вот эти вольницы, это уже славянский костюм, из славянского костюма. Но они приспосабливаются в марийский костюм, вот как вы сейчас носите. Вот это вот не ваше же, это же вот. И очень интересно это влияние, конечно, западное. Появляется янтарь в усах даже. Я там, если там я говорила, что с югом преимущественно, да? Мы видим, видите, и башни, и
это на берегу Волги, высота 80 метров. Вот если у вас когда-нибудь будет такая возможность, свозите, покажите достопримечательности республики своим студентам. Там же ведь очень, там встаешь на вал городищий, такой обзор Волги замечательный. Вот. И, конечно же, вот это административный центр и непосредственно по фотографии, которая вот у меня с раскопа, он прям так брал с раскопа и рисовал. Ну и это, получается, этот памятник, а мы говорим, что мы храним традиции, именно вот, вот эти древнейшие традиции, и они у нас не прерывались. Этот участок Волги, вот такой огромный, дальше вот вроде Казанская начинается часть, а это все черемисы, черемисы, черемисы. Как нас много, как на нас обращали внимание, какую роль мы играли в истории, что даже на древних картах на нас отмечают. Там почвы другие, и у них быстрее появляется земледелие. Поэтому вот эта разница в хозяйстве, она определяет разницу в антропологическом типе. Корзина питания разная. Уже с 13 века корзина питания становится разной. У них в 13 веке появляется земледелие. У этих, ну, наверное, только советскую власть таким переходит конкретно к земледелию, колхозам. Вырубаться начинаются поля, да, ведь так вот я думаю. Что там уже? Да. Чтобы молиться была Йоман Удер, Бог, дочь Бога, да, которая научила женщин литью, вот, и вышиванию. Вот она, женщина. Да, медь. Отливает медное украшение. Землю за урожай, просили о будущем